мне Мальдивы загородило головой. Вон они. Атоллы. Прощай, Малия. Вот куда они летают.
посадочная. Сюда привезу на пикник. Я взял два велосипеда, сейчас еле доволок, пока Ленка отдыхает. И вот хочу лисиц заснять. Вот эти летучие лисицы, они вот, пока я велосипеды катил, перелетали. Вот с пальм, вот отсюда, вот с этих вон деревьев, да? И вот перелетали, так это... Чаечки меня так не интересуют. Вот они прилетали вон туда. Вот на то вот опиленное дерево. Экватор Вилладж. Ну, территория-то, конечно, зеленая, ухоженная. Так, лисицы, где вы? Нет, тут не они. Это кошка. Так, флажок поднимать буду. Вот наш пост. Экваторский. Это микроавтобус Экватор Вилладж. Вот там ресепшн. Да, где же эти лисицы? Блин.
да? Ашкаладан. Тарелочка смотрит почти вверх. Так, это наш ресепшн. Вон он. Ресепшн. Рыбки. Сегодня, говорит, погода была классная. На домашнем рифе люди и акулы, черепаху засняли. Так, это спа-салон, как я понял. Так, здесь сеточка ресторана. Так. Опа. Это наш бассейн. Сирен спа. Номер матрик массаж. 1 час 70 долларов. Массаж тоже 1 час 70 долларов. Так, душевая. Я так понимаю, что это детский бассейн. Полчаса стемнеет. Темнеет рано. 6 часов. Ой. Сейчас без 15. 6. Через 15 минут. А полседьмого выколи глаз. После обеда сегодня вышли, крабов было полно, бегало по камням. А вон еще. Где он? Вот краб. Краб. И не маленький, вон он. И же нет. Был краб и нет краба. Да. Разные коралы. Сухие. Ну тут все. Из коралов. Да. Даже этот разбитый пирс, он весь из коралла. И крабы он бегают. Да, крабов здесь море.
Вот сюда не выходит? Да, и вон сюда выходит. Да, вот, все в этих крабах. Да, вот за пирс или вот, а, вон тот где-то пляж, вот тот пляж, вот там домашний коралл, домашний риф его называют, очень хороший. Вон он летает. Ну где вы? Так, волейбольная площадка вижу. Вон она. Ой, красиво. Вон одинокая кошка. Где самые большие летучие мышки? Шесть часов, молитва. Да. Где вы? Ладно. Вон она летает. Быстро как летает. Вон повисла. Красавица, висит, крылышки сложила. А, не могу держать. О, полетела. Ой. Корешки. Корешки. А где вершки? Вот.
Так, мы все допили, Лена. Вот сходи вот в бар, ты расписываться вот любишь? Давай. Нет, вот. Сейчас. Еще допить надо. Уставшая от недоедания, от хронического недоедания, Елена Владимировна. Да. Ест банан. Ну уже да. Ну что это за бананы, Лен? Ну уже это разве банан? Размер не наш, не наш не размер. Наш. Не российский. Не российский. Не российский банан. Я знаю. Да нет, 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 сорта разные, не кормовые. Сорта разные. Нет. Это у нас как глупость. Не, ну у нас просто. У нас как морковь крупную видят, говорят кормовая. На самом деле все сорта разные все. Вот так. Ну они сейчас есть вяленые бананы. Они сейчас вяленые называются, да. Нет, нет. Просто вот такие маленькие сорта, они не везде растут, только в тропиках. А в Египте, в Турции такие уже мелкие не растут. Ну ветками, а потом они вызревают. Да? Ну не знаю, я что-то видела маленькие. Они что-то стоят, там различные дороже. Ну они да, но везде они у нас продаются в России. Тоже ой, такие же и красные. Лена, что ты с рыбой сделала, а? Съела. Что она сделала с рыбой? Съела она ее. Это же рыба декоративная. Алло, чисто декоративная. Ой, ну неужели солнышко? Прям даже не верится. Кустики, 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 кустики. Никого там под кустиками не видно? Нет, никого. Тоска. О, а наши-то уже, вон, смотри, у бассейна. Упривают, а? Ой, Алексей, слушай, у него совсем нога больная. Еле ходит. Что, больнее, чем у меня? А? А у него... Ну, я не знаю. Получится, не получится. Так, это наш ресепшн. Это наш ресепшн. Я его в темноте. Не знаю, здесь мы по вечерам сидим. Мафию играем. Так... Это вот погода немного распогодилась. Но вообще отличная погода, то, что надо, чтобы не сгореть. Природа здесь замечательная. А, вон он, Индийский океан. Не знаю, сейчас я мало чего вижу. Так, моя там семена, нибудь, какие-то уворовывает, да? А? Семена уворовываешь? Нет, я еще не нашла семена. Это просто листья. Лен, а ты в цвет вот этих листьев, прям в цвет, точно. Какие? Не зря ты в Шарме тогда купила такую. В какой цвет? Ты в цвет вот этих листьев, вот. Угу. Вот этих? И этих. И вот сзади тебя. Ой, хорошо-то как. Какие? Здесь всякие деревья были, да? Здоровые. Ну да, было дерево. Ну, наверное, уже возраст подошел. А может, отдыхающие на дрова спилили. Зимой холодно? Зимой холодно? А, на шашлыки. Угу. Потому что они из ресторана, блин, приходят пьяные и, ну, громить свои бунгало. Поэтому их приходится. Вот какие в океанах течения. Вот с наружной стороны атолла вода. Вот полоски такой метров в 25 уходит. И вот с этой стороны выходит с такой скоростью, блин, дай бог. Это вот океанские течения.
Обалдеть. Попадешь, унесет, вон прямо видно. Это что-то. Вот от этого угла. От этого угла начинается наша дверь. О, какой интересный. Интересно, что на этом судёнышке делают. Китов затаскивают, что ли? Не знаю, вряд ли, да не прогулочно, конечно. Дорогу делают вовсю. Мы сегодня только вот этот остров обследуем. До того я со своей ногой не дохромаю. Велосипеды сегодня боимся брать. То есть взяли велосипеды, боимся на них ехать. Только по территории покатались. Все. Так, сейчас меня тут один испугал, бибикнул. Вот у них зона отдыха, площадка. Тут вон, люди отдыхают. И моя отдыхает. Вот это мы уже идем по деревне. Тут, видимо, не бедный человек здесь живет. Я говорю, видимо, не бедный человек живет в этом домике. На розовом байке. Не бедная девочка, значит. Он строится. Многие еще строятся, строятся. Ну да, видишь, стройка идет. Вот какая-то замороженная стройка, смотри. А уже деревья. Папайя. На стройке, Лен. Вон она, папайя, наша любимая папайя. Алло. Да, гуляем. Алло. Алло, Раша. Are you Russia? How many people are here? Да, вот village. Первый день, куда забредем, туда забредем. Я говорю, первый день, куда забредем, туда забредем. Да, здесь бедненькие. А? Вот из этого дома вышли женщины. Ой, Лена, смотри, у них водичка есть. Ну, у нас так многие живут в деревнях. Вот здесь хорошенький уже домик. Да. Все, я выключаю камеру сейчас. Хочу отдохнуть. Очень похоже, да? Есть арабские. На арабские города. Ну да, если здесь. Мусульманские. Угу. Нам улыбаются, здороваются. Только что пролетела эта летучая лисица. И куда вот села, мы ходили, ходили, искали, искали. У меня только вечерняя съемка есть. Я хотел днем сфотографировать крупным планом. Так, здесь идем? Да, пойдем здесь. Ну, да, мы к стадиону вышли. К их стадиончику. Ну да. Растут. Не, бананы у всех почти растут. Ну да. Это стадион, там джаз-банд. Вот туда. Все.
все, мы идем на свой красивый островок. На тебя, конечно. Вот мы. На дикое место. Здесь, конечно, никто не купается. Но место очень хорошее, да. Ой, сказал же, не хочу намокнуть. И намок. Смотреть надо. Куда ты? Блин, так хорошо стоял. Вот здесь вот, да? Прилив. Прилив, да, сильный. Ну тут прям течение из-за этого прилива, течение. Вот как строят приливные электростанции, вот за счет этого там течение такое страшное. Так, вон летит собака. Собака летит, летит, летит. Куда она летит? Я ее не могу держать, фокус. Что, у меня вообще аппарат. Ой. Вот, прошли весь тот остров второй. А третий, четвертый, пятый еще не ходили. Это что? Это тебе. Можно здесь пройти, Лен? Ну пройти-то можно. Ну хочешь там, все, ты пошла туда, значит иди туда. Ну ты меня погулял спасибо. Главное, я хромой-то, не ты. У тебя ножки свежие еще. Ага. Я и на ластах час сегодня. С больной-то ногой с моей. Можно здесь пройти. Это все пружины, на пружинках, калиточки. Ой, ой, ой. Ладно, это я не для кино ойкаю, а для себя, мне так легче. Я говорю, что ойкаю, потому что мне так вроде легче. Сразу в бар, ты прям по-другому не можешь. Так, две чайки сели на дерево. Чем они там занимаются? Целуются. А летают с острыми крыльями, как ласточки наши. Тут большие. Так, а где моя ненаглядная? Так. Куда она делась? Ой, она на велике катается. А? Вот так. Поехала она. Тронулась. Лен, ты что, тронулась? С места? Да. Молодец. Ну и катись. Завтра по всем островам. Так и укатится. О! О, катится. Ой, Ксюха не поверит. А? Ксюха не поверит, что ты так носишься. Что, помяла машина? Катись, катись. Ой. О, ты тормозишь. Ну, у тебя не тормоза вообще. Заснял? Ты видел, куда она? Вот туда, куда-то. На этой дверь. Они когда садятся, они прям... О, не, вон дальше полетела. А вон еще одна полетела. Да, вон вижу, за кустами. Охота на лис.
Да, наверное, они опять на тот остров летят. Так. Вон. Да, они, наверное, отсюда на тот остров перелетают. Вон. Вон они здоровые какие. Там пожрут, а потом сюда прилетят. Здесь ни одна не висит. Так, теннисный кортик. Вон там наш остров. Ладно, все, идем сюда.